activated. Мы пришли из Фессалии, когда услышали об объединении городов. Есть. Богачи и генералы празднуют, это верно. Позволь рассказать о пиране и Фисбе, о паре влюбленных из далекого Вавилона. Их дома разделяла лишь стена, но враждующие семьи запрещали им видеться. И все же любовь их была так сильна, что они каждую ночь тайно приходили к тутовому дереву и перешептывались через трещины в стене. Но судьба была безжалостна к влюбленным. В одну роковую ночь Фисба ждала под деревом, как вдруг появился ужасный лев. Девушка в страхе убежала. Когда пиран пришел на место встречи, он нашел лишь ее покрывало и льва с окровавленными после охоты клыками. Пиран решил, что его возлюбленная погибла, и бросился на меч. Вернувшись, Фисба обнаружила тело юноши и в отчаянии убила себя. Говорят, с того дня ягоды шелковицы окрашены темно-красный, как кровь любовников, цвет. Я что-то слышу. Ребята, свежее мясо! Свежее мясо! Свежее мясо! Свежее мясо! Кишки выпущу! Свежее мясо! Череп раскрою! Свежее мясо! Малон лады! Покупатель! Череп разграю! Покупатель! Алале!
Привет. Спасибо за помощь. Корабли в порядке. Слава Фортуне. Они там. Дальше по дороге. Корабли в порядке. Слава Фортуне. С позволения Аполлона, я расскажу сегодня о великой охоте на этольского вепря. Это произошло в городе Каледоне, правитель которого Ойней однажды забыл принести жертву Артемиде. Оскорбленная богиня охоты наслала на его земли лютого вепря невиданных размеров. Он начал уничтожать урожай и резать скот, и крестьяне в ужасе бросились под защиту городских стен. Рассказы о чудовищном звере привлекли со всей Греции знаменитых охотников и героев, которые желали добыть его шкуру и прославиться, нанеся последний удар. Среди них была и Атланта, неутомимая охотница, которую, по слухам, обучала сама Артемида. Некоторые возражали против того, чтобы в охоте участвовала женщина, но все же герои вышли на вепре вместе. И хотя смертельный удар зверю нанес Мелиагор, сын Айнея, именно Атланта. Тебе интересно, что стало с Атлантой? Она посвятила себя служению Артемиде, а позже, говорят, присоединилась к поискам зла. Да, мы направляемся на север, в земли кельтов. Путь туда не близкий. Но, думаю, умелый боец на борту всегда пригодится. Как прошло путешествие? Вы же из Греции, да? Наверное, привезли нам хорошие вина. Мы пока заняты этим кораблем, но как закончим грузить товары, я смогу заняться вашим. Похоже, что ты торговец. Чего тебе нужно? Ты здесь, чтобы помочь нам с рудником? Просто идешь мимо, значит? Что-то мне подсказывает, что ты не договариваешь. Если хочешь увидеть вождя, он живет в твердыне. Но не приставай к нему почем зря. Он занятой человек. Приветствую. Если ты ищешь нашего вождя, его дом самый большой за рыночной площадью. Его невозможно пропустить. Я считаю Бударикса отличный вождь. Он опытный воин, который никогда не показывал страха перед лицом врага. А перед тем, как его избрали, он закатил роскошный пир. И пообещал всем своим сторонникам, что они всегда смогут обратиться к нему за зерном в случае нужды. Посмотри на эти стены. Глиняные кирпичи на известняковом фундаменте.
Новейшая технология прямиком из моей родной Этрурии. В землях кельтов ты такого больше нигде не увидишь. Дорого, но зато каков эффект. Приветствую. Я присматриваю за товарами, пока мой учитель, великий друид Артибус, не вернулся из леса. Может быть, тебя что-то заинтересует? Да пребудет с тобой Суцел! Река в это время года красивая, правда? Я люблю наблюдать за кораблями и гадать, откуда они плывут. Река дает нам многое, но иногда мы забываем, что это не только торговый путь. Перестаем замечать, как она прекрасна. Добро пожаловать. Я Бударикс, верховный вождь Виндериков. Я слышал рассказы о странных нападениях на севере, но не придавал им значения. У нас достаточно своих проблем. И пока торговля идет хорошо, северяне нам ни враги, ни друзья. Кто знает, почему их странные боги подняли на них оружие? Быть может, они чем-то заслужили их гнев? Впрочем, если хочешь, отправляйся на север и разберись во всем лично. Но знай, путь туда долог и опасен. Если выйдешь через главные ворота, иди по дороге, ведущей в гору на восток. Наши стражи на вершине подскажут, как лучше добраться до Глауберга. Да, я бард. Как сказали бы вы, южане, поэт, учитель, философ. Но в первую очередь, я личный советник Будорикса, нашего славного вождя. Так было с тех самых пор, как мною было предсказано, что он станет следующим королем. Если он слишком занят, можешь обращаться ко мне. Но прошу тебя, только если это что-то действительно важное. Дел у меня не в проворот. Торговцы, политика, проблемы с рудником. И тут... Гуркун, владелец Лембергского рудника. Если людям нужна соль, они идут ко мне. Да, эта дорога ведет в Глауберг, но я тебе не справочник путешественника. Впрочем, раз уж ты идешь в ту сторону, тебе явно можно доверять, а у меня, возможно, есть деловое предложение для способного воина вроде тебя. В последнее время мы испытываем перебои с поставками из рудника. Что-то внизу мешает рабочим добывать соль. А стража ничего сделать не может. Понятия не имею, что это, но если ты разберешься с этой досадной неприятностью, я тебя щедро вознагражу. Чтобы добраться до рудника, пройди мимо ферм за главными воротами и ступай по дороге, ведущей на... Эй, ты! Да, ты! Привет! Не доводилось видеть мою жену Каомин? Эта лентяйка куда-то запропастилась. Пробормотала утром что-то про еду, уж и не помню что, но... Почему ты? Почем мне знать? У тебя на лице написано, что ты много бродишь по округе. Будо!
Карасакс. Вперед! Ви, Виктис! Арморес! Приветствую, странник. Что ты делаешь посреди леса? Это опасное место. Я Артабус, друид Хойнебургского круга. Я хорошо знаю этот лес и дружу со многими его обитателями. Кроме троллей, конечно. Тролли те еще, паскудники. Обычно избежать с ними встречи или отпугнуть их несложно. Но вчера, когда я срезал омелу, под моим деревом вдруг появился огромный тролль. Никогда таких здоровых не видел. Он протянул ко мне лапу, и я ударил его серпом. Но он едва это заметил. На мое счастье, ему, похоже, нравится золото. Он вырвал серп у меня из рук, и клинок его так заворожил, что он забыл про меня и ушел, забрав с собой серп. Тебе не встречался мой серп? Знаю, шансы невелики. Эта тварь, наверное, утащила его в свое грязное логово. А, уверен, Морканту мое отсутствие пошло на пользу. Славный мальчик быстро впитывает знания и со временем станет хорошим друидом.
Ему только нужно чуть больше уверенности.
Здесь твое путешествие заканчивается. Стоять! Мы Эйнхерии, личная стража самого Одина. У нас для тебя послание, чужеземец. Один приказывает тебе не вмешиваться в его дела. Возвращайся туда, откуда идешь, или умри. Раз так, умри! Это зря. Вальхалла! Эйнхерри, в атаку! Это вряд. Тебе еще надо? О, прости, я было подумал, ты из тех подонков-грабителей. Меня зовут Барбета. Я пытаюсь выращивать на этих солнечных склонах виноград. Хочу, чтобы у нас, кельтов, появилось собственное вино. Кое-кто надо мной смеется, да и климат здешний не очень подходит для лигурийского винограда. Но я верю, что у меня получится. Вот только эти бандиты, им моя затея явно пришлась по вкусу. Лето было теплое, так что мне удалось получить первый образец вина. Но вчера эти негодяи заявились на винодельню и забрали его, едва я наполнил бочку. Сидят, наверное, где-нибудь в кустах и хлещут мое вино. Вино, которое я хотел подарить князю. И справедливо. Видишь ли, большинство местных не жалуют иноземные продукты. А вот и ты. Я рассчитывала, что ты доберешься сюда раньше меня. Надеюсь, плавание было спокойным. Хорошо, что ты здесь. С тобой у нас еще есть надежда. Глауберг лежит по дороге на север. Но это не единственная причина, почему я хотела встретиться с тобой именно тут. Культ Нерты, который объявился неподалеку и наводит страх на местных жителей, может скрывать ключ к нашему спасению. Я договорилась с князем о взаимовыгодном сотрудничестве. Ты стоишь перед Тавторигом, сыном Бельгврига, князем Глауберга, правителем всех прилежащих территорий и верховным друидом рощи Неметон. Наш общий друг рассказал мне о твоих подвигах. В некоторые из них поверить трудно, но я вижу, что ты опытный боец. Я помогу тебе, чем смогу, если ты взамен поможешь нам. В конце концов, у нас с тобой есть общие цели. Как известно, Глауберг – последний бастион цивилизации кельтов, отделяющий нас от диких германцев. Их племена обычно избегают приближаться к моим стенам.
Но недавно на северо-востоке появился странный культ. Эти сектанты поклоняются Нерте, богине природы. Ее шаманы обладают огромным могуществом. Говорят, магия Нерты исказила их сущность до такой степени, что они больше напоминают зверей, чем людей, живут среди животных и творят невыразимые вещи. Но что хуже всего, они похищают моих людей и приносят их в жертву в своих варварских ритуалах. Скажи, осмелишься ли ты выйти против такого врага?